вечер, дорогие девочки и мальчики! Добрый вечер, уважаемые взрослые! Добро пожаловать, Костя, где наш? Сегодня, мои хорошие, я приготовила для вас интересный рассказ об одном весеннем месяце. Я знаю, что все вы любите загадки. Вот поэтому нашу программу я начну именно с нее. А вы внимательно слушайте и постарайтесь отгадать, хорошо? Дует теплый южный ветер. Солнышко все ярче светит. Снег худеет, мякнет, тает. Грач к нам в гости прилетает. Что за месяц, кто узнает? Когда же грачи прилетают? Еще про снег было, он худеет и тает. Это точно весенний месяц. Правильно рассуждаешь, Женечка. Это весенний месяц, а грачи, Миланочка, прилетают в первый месяц весны. И он называется... Март! Правильно, конечно, это март. Молодцы, справились с заданием. Итак, наш сегодняшний разговор пойдет о первом весеннем месяце, марте. О нем говорят, март неверен, то плачет, то смеется. Как вы думаете, почему так говорят? Наверное, потому что сосульки тают, и как будто бы капельки капают. Куп-куп-куп-куп, словно слезки. Правильно, Миланочка. А еще в марте бывает теплое солнышко. Как будто солнышко смеется. Да, капель плачет, и солнышко смеется. Верно, мои милые. А еще так говорят. Февраль зиму выдувает, а март ломает. В феврале бывают очень сильные ветры. Вот и считается, что февраль этими ветрами выдувает зиму. А в марте тает лед на реке. Вот и получается, что март ломает зиму. Ух ты, март даже зиму победил. Представляешь, даже такое бывает. Март такой вот сильный, зиму ломает. А еще раньше считалось, что март – это месяц-целитель. А кто такой целитель? Это такой врач, который может все вылечить. Да, это как врач. Так вот, первый мартовский снег считался целительным. Поэтому иногда талым мартовским снегом поливали деревья и кусты, чтобы они лучше росли. Ух ты! Значит, я тоже могу съесть мартовский снег и быстро вырасти? Что, Женечка, нельзя! Не надо есть мартовский снег! Талым мартовским снегом умывались. Понятно, Двойняшенька. Хорошо, что я спросила. Это точно. Двойняша, а почему март называется мартом? Это слово пришло к нам с далекой страны Византии очень-очень давно. А на Руси март называли по-разному. Сухим, протальником, капельником. А если очень внимательно понаблюдать за погодой 1 марта, можно предсказать, какой будет весна. Расскажи, как это сделать? Слушайте, если 1 марта будет тепло и солнечно, значит и весна такой будет. Вот здорово, когда тепло. Я очень люблю солнечные деньки. Но вот зато, если погода мартовская будет холодная и сухая, тогда летом будет урожай. Вот так. Ура, урожай. А знаете ли вы, что раньше, очень давно, год начинался не зимой, а весной? Знали об этом? Да, об этом я слышала. Я тоже. Но это так, представляете, когда-то Новый год встречали именно весной. Именно в марте прилетают первые вестники весны – грачи. С приходом весны и с прилетом грачей связаны детские забавы. Пение веснянок-закличек. Эти песенки, ребята, пелись для того, чтобы скорее начиналась весна. Даже известна была дата прилета грачей – 17 марта. Вот так. Пекли из теста птичек или делали птичку-поделку. Ее крепили на палочку, вот прям как у нас. Видите, вот такая красивая. Посмотри, Миланочка. И с такими поделками ходили в гости для того, чтобы спеть весняночки. А я даже знаю одну из таких веснянок. Сейчас с удовольствием спою ее вам. Стало ясно солнышко пригревать, пригревать землю словно золотом.
Поливать, заливать, ой, ты ясно, солнышко, посвети, посвети, хлеба земля, матушка, уроди, уроди. Ой, Дуняша, какая хорошая песенка. А птичка какая красивая. А мы с вами только что спели «Весняночку», значит, к нам обязательно придет теплая солнечная весна. А теперь давайте прервем наш разговор, ведь самое время показать нашим любимым телезрителям мультфильм. Будем надеяться, ребята, что март порадует нас теплой солнечной погодой. А сейчас нам пора готовиться ко сну. До свидания, ребята. Добрых вам снов. Пусть их оберегает ангел-хранитель.